Баку приехала высокая миссия во главе с Платини. Открывался недалеко от моря стадион, который примет, кстати, чемпионат мира среди девушек не старше 17 лет. Так что тут все было очень солидно. Но другое дело, что немцы-то сюда приехали выигрывать, потому что победа для немцев сначала, ну, фактически означала выход в финальную стадию чемпионата Европы. Да, у немцев не было никаких потерь, у немцев были одни победы. И, как было сказано Левом, мы едем в Азербайджан с таким серьезным настроением победить и фактически выиграть группу. Ну и давайте посмотрим, как переполненный стадион встречает гостей. Сборная Германии: Нойер, Ауго, Хумельс, Озил, Подольский, Мюллер, Баштубер, Лам, Кросс, Хеведес и Гомес. Боевой состав. Нет Клозы, но он был травмирован в товарищеском матче. Ну и вообще, в принципе, когда Гомес в порядке, а сейчас, судя по всему, так оно и есть, вместо Клоза вообще в составе находиться-то, наверное, и не будет. Как минимум в стартом, это точно. И Гомес подтвердил свои высокие притязания на место Глеадора главного. Ну и мы с вами смотрим сразу, как начинали этот матч азербайджанцы. Начинали они смело, несмотря на то, что они совсем недавно проиграли Казахстану свой матч. Наверное, это не столь важно в этой ситуации. Важно то, что, соответственно, они вышли вот в таком боевом настроении против куда более серьезной сборной. Естественно, немцы превосходят по всем компонентам эту команду. Поэтому надо было просто побиться. Надо было просто побиться. И азербайджанцы здорово начали этот матч. И вы видите, перекладина. Но даже Нойер задел этот мяч. И блестящие несколько моментов было в исполнении азербайджанцев. О составах даже пока говорить не приходится. Ну, а это удар головой Хусейнова. В первом случае Надыров бил по мячу, когда Нойер перевел мяч через перекладину. Вот такое начало. А это уже Кросс, Тони Кросс, молодой футболист. И он уже завоевывает место себе в стартовом составе. Все делает для этого возможно. Ну, вы видели, он в чемпионате мира уже выходил на замену. Тоже здесь у нас стойка выручает ворота, на сей раз уже азербайджанцев. Агаев, Меликов, Алхвердиев, Джавадов, Чертаганов, Гусейнов, Садыгов, это капитан команды, Абушев, Надыров, Амиргалиев и Исмайлов. Это состав сборной Азербайджана. Начинала она за здравие. Ну, вот этот дальний удар слишком высоко. Как раз это в угар Надыров. Тем не менее, начало было действительно захватывающим. Болельщики активно поддерживали свою команду. Пусть она и в роли, естественно, здесь аутсайдера выступала. Но немцев что? Немцам быстрая игра, да ради бога. Спокойно играет Агаев. Но важно, что вот здесь уже начинают бреши возникать, в которые проникает немецкая команда. И вот усилиями того же Кросса очередной удар, в данном случае не со стандарта, а с игры. Немного отборочных матчей проходило во вторник, но вот немцам то ли повезло, я думаю, что да. Фактически в этой встрече они поставили все точки над «и», поэтому осенью уже будут спокойно экспериментировать, да что угодно делать. Пролетел мяч мимо всей азербайджанской команды, да и немцы здесь не помогли, но видите, это еще не все, как выяснилось. Это еще не все. 30-я минута. Мезут Озил, игрок мадридского Реала. Блестящий удар в дальний угол. От штанги мяч уже летит не в сторону от ворот, а наоборот. В створ. Тут все понятно. Сеточка затрепыхалась. Классно, вы видите? Обманное движение короткое и удар в дальний угол. Да, Хедира и Озил перешли в Реал. Стали там, на мой взгляд, игроками ключевыми. Так что здесь в Германии теперь они тоже чувствуют себя прекрасно. И после этого, конечно, инициатива перешла уже к немцам. Держать темп вообще тяжеловато было азербайджанцам. Подача на высокорослого Гомеса. Не добежал он до мяча как следует, вы видите. Опередил защитника, но ударить как следует не смог. Немножко с отклонением получилось. Ему бы, наоборот, подпрыгнуть чуть-чуть еще, да? А так получается, что не лбом абсолютно, а выше гораздо
Ну, Берти Фокс, я думаю, что вы прекрасно знаете, кто это. Немецкий наставник азербайджанской сборной. Ну, претензии к нему большие. Не знаю, сколько ему осталось работать, потому что результаты не, мягко говоря, не выдающиеся. Ну, против сборной немцев шансов, конечно, не было никаких у этой команды. Ну и опять блестяще Озил играет. Ну и остается Гомесу просто внести мяч в пустые ворота. Посмотрите, какая тут получилась проблемка, да? Озил выскочил на свободное пространство. Тут его столько было. Ну а что нужно мастеру? Мастер посмотрел, сделал точнёхненькую передачу. И здесь уже в пустые ворота Гомес забивает. Ну и по сути, наверное, итог встречи был решен, да? Немцы, ведя 2-0, вряд ли сегодня вообще кому-то уступят. Да, Лёв блестяще проводит очередной сезон. А концовка тайма. Вы увидите, что свои моменты все-таки имели и азербайджанцы. Вот сейчас Александр Чертоганов. Ну, забить, наверное, с этого угла сложновато Нойеру, но, в общем, потрепать нервы можно. Можно. Очень получилась любопытная игра. И несмотря на то, что играл аутсайдер фактически, и, с другой стороны, фаворит не просто отборочного цикла, а всего чемпионата. На мой взгляд, так можно сказать. Я думаю, что на Евро-2012 немцы будут представлены действительно очень мощным коллективом. Это Испания, Германия, Голландия. Уже сейчас можно сказать, что эти три команды здорово выделяются абсолютно из всех коллективов. Сегодня это лучшие команды. И я думаю, исходя из возраста, который у голландцев, у немцев, у них перспектива это может быть даже еще и покруче, чем у испанцев. Ну, посмотрим. В любом случае, в этой встрече немцы действовали уже во втором тайме с позиции силы, с позиции команды, которая превосходит по всем компонентам соперника. Гомес сейчас вратаря обыграть не сумел, но я думаю, что это не столь уж и важно. Вне игры здесь практически, получается, у нас не было. Но, опять же, видите, линия какая замечательная. Говорю практически, потому что теоретически можно найти было какие-то там, наверное, странности, да? Ну, что далее? Кто у нас тут появился в составе еще у немцев? Ну, бил сейчас Хеведес по воротам. Были замены сделаны. Вот сейчас у нас 71-я минута. Чуть позже это произойдет. Немцы по-прежнему в атаке. Тут уже практически контратакующая. Это как раз игра закончилась. Ну, в общем, сложновато было. Сложновато было сборной Азербайджана. Несмотря на то, что подгоняли болельщики. Но я думаю, что здесь все было очевидно. Посмотрите, что происходит. Тут одна атака за другой. Озил не реализует блестящий абсолютно момент. Причем как раз сейчас в стеночку с ним Гомес сыграл. Ну, развалилась оборона. В центре тут проходной двор. Тем не менее, надо поблагодарить азербайджанцев. Играли они до конца. Вот один из немногих моментов второго тайма. Мощный выстрел Хусейнова. Ну, в общем, конечно, сложно было здесь ему. Ну, разобрался-то он с защитником, может быть, и неплохо. Но посмотрите. С отклонением. Потом, видите, еще и пришлось ему фактически уже тянуться, он подсел под мяч. Как итог, вот эта история. То есть, конечно, ему сложновато было попасть именно в створ. Выше ушел, подсел под мяч очень сильно. Я вот смотрю сейчас турнирную таблицу, что у нас получается. Давайте посмотрим за этим моментом. Слышите, как реагирует. Ой-ой-ой. Вот так вот. Все-таки добились своего футболиста Азербайджана. Мурат Гусейнов это сделал. Ну, в общем, на мой взгляд, это хорошо. Это здорово. Постарались ребята. Смогли забить, так что концовка получилась крайне интересной. А защитники здесь проспали.
Смотрите, несколько подряд ошибок. Мяч так и не выбили из штрафной. Так вот, немцы, если выигрывают, номера 21 очко. Отставание от Бельгии, у бельгийцев 10. Бельгийцы 10 очков уже не могут догнать, ни в коем случае. У Турции теоретически остаются шансы. Туркам предстоит сыграть 4 матча, то есть можно набрать 12 очков. И будет 22. Но, как вы понимаете, эта Турция должна все абсолютно выиграть. Поэтому, конечно, вот эта победа, а вы видите, что немцы добиваются все-таки успеха. Шурле делает это Шурле, вышедший на замену. Кстати, вышел вместо Лукаса Подольски, и он действует как раз на его позиции. Вот он, еще один большой привет от германской молодежи. Действительно растут парни не по дням, а по часам. Как великолепно там чувствовал себя Марио Гёце, вошедший в штрафную. Еще один молодой дарование. Всех этих ребят мы прекрасно помним по юношеским и молодежным чемпионатам Европы. Вот, пожалуйста, представьте, Гёце, Кросс, Шурле. Вот так вот немцы забивают третий мяч и практически уже не одной, а практически двумя ногами финальный мяч чемпионата Европы, который пройдет на полях Украины и Польши. Никакого чуда произойти не может. Турки не смогут набрать 12 очков, а точнее, это при том, что еще немцы ведь должны. Пусть турки наберут, там же какая история.